Amore, adesso mi spieghi per favore perché sta usando grasso di maiale, questo pezzo di grasso? Per insaporire la carne. Per insaporire la carne. Prima volta ho visto. То есть он сказал, этот кусочек сала свиного специально, чтобы капало сало на мясо, которое вот жарится. Тогда, говорит, мясо будет вкусное и такой интересный запах. А вот друг его, который готовит типа пельмешек. Вот такой обалденный вечер сегодня. Такой закат, 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 закат. Завтра будет жаркий день. Тут петрушка с оливковым маслом. Вот и курочка есть, и зайчатина, и телятина, и свинина. А здесь у нас как наши русские пельмешки, но там внутри картошка с ментой. Это суга готовая. Суга — это томатный соус. Сейчас будем ужинать. Класс. Классная погодка. Бельно. На колазione tutto. No. È pronto. Auras, cosa del genere. Buon appetito a tutti. Comunque oggi se ti metti, ci stava dicendo mio fratellino che ha comprato l'altro giorno le arselle e neditas. Mi ispira un sacco questa bella fettina qua cotta. Signorina. Pollo?